В этом видео я хочу вместе с вами рассмотреть вот такой автодозатор аквариумных удобрений фирмы Jebao, модель 3.4. Очень давно я уже рассматривал подобную помпу, автодозатор, но это более-менее новая модель. Она отличается, как вы видите, более компактным размером, то есть предыдущая была где-то, наверное, вот такого размера. И на ней нет никаких кнопок, потому что все настройки происходят через Wi-Fi. Многим, конечно, это не очень нравится, то, что нужно создавать аккаунт, подключаться к Wi-Fi дома и настраивать через телефон, но на самом деле это очень удобно. С приложением посмотрим чуть дальше. В общем, если у вас аквариум, вы планируете с живыми растениями, с большим количеством более-менее прихотливых, у вас есть CO2, свет, то нужно в аквариум вносить удобрения. Бывают два варианта, то есть вносить удобрения раз в неделю, или же разбивать и вносить каждый день. У каждого день есть плюсы в том, что раз в неделю, когда вы вносите удобрения, вы вносите сразу большую дозу, то есть первые дни в аквариуме избыток удобрений, и есть вероятность то, что ими воспользуются и водоросли. А в конце недели вы сможете уже не хватать этих удобрений, поэтому логичнее всего вносить удобрения по чуть-чуть, то есть разбить эту дозу, но ежедневно. В принципе, это не так сложно, то есть вы просто во время кормления рыб добавляете удобрения, но если по каким-то причинам вы не можете или работаете в это время, когда включается свет в аквариуме, или вам просто лень, вы можете установить вот такую помпу. Вообще, эта помпа универсальная, ее можно использовать в разных сферах, то есть это она дозирует определенное количество жидкости в установленное вами время. Принцип работы очень простой, то есть процессор крутит моторчики, которые подключены вот к таким помпам. Помпы представляют себя вот такие валики, то есть шланг силиконовый, валики крутятся и проталкивают жидкость. Это, кстати, плюс, то, что жидкость ни с чем не соприкасается, ни с какими роторами там или типа того. То есть стоит вот внутри железный стержень, ну я для примера пластмассы возьму, и он просто крутится, и валики просто крутятся и проталкивают жидкость. В общем, ничего сложного. Итак, давайте попробуем подключить. Вставляем в розетку, загорается кнопка Power. А теперь нужно на телефон скачать приложение, которое называется Jebao Aqua. Нужно включить Bluetooth, геоданные, ну и Wi-Fi, соответственно. И заходим в приложение. Я уже заходил, у меня есть логин. Если у вас нет, вот это «Создать аккаунт». Соглашаетесь. Вверху пишите свой e-mail, потом придумываете пароль. И еще раз подтверждаете пароль. И у вас получается вот логин и пароль. Зажимаете «Войти». Теперь нужно добавить устройство. Нажимаем плюсик. И видите, сколько разной продукции у этой фирмы есть, но у нас дозатор. Зажмите кнопку включения на 5 секунд, чтобы замигали эти огоньки, красно-зеленый. Да, огоньки замигали, то есть он появился в поиске. Огоньки замигали, ставим галочку и дальше. Введите пароль от вашего Wi-Fi. Вводите пароль, жмете галочку «Дальше». А Wi-Fi должен телефон быть подключен не к 5G, а 2.4G. То есть, если у вас подключен 5G, вы переключите Wi-Fi на телефоне. Ну и вот, в принципе, помпа добавилась. Ну давайте посмотрим. Добавить. Поздравляю. То есть все быстро и просто. И вот она, видите, появилась у меня уже в приложении. Чтобы в нее зайти, нужно зажать. В принципе, вот и все настройки, тут больше ничего нет. То есть первая помпа, вторая, третья, четвертая. Это вот эти раз, два, три, четыре. Не знаю, он off, я не знаю, что это. Ну, например, это я уже устанавливал время, видите, оно горит. Зайдем в первую помпу, нужно зажать.
и ее можно включить. То есть вот она начала качать. И вот автоматическая программа. То есть все очень просто. Первый это интервал 0 дней. То есть каждый день будет помпа подавать. Но если вы хотите, например, подавать там через день, через два, через три, раз в неделю, вы можете поставить интервал от нуля, ну вообще до 30. То есть можно подавать один раз в 30 дней. Если 0, это каждый день. Один — это интервал один день, значит через день. И настройки очень простые. Ставите дозу, например, там, грубо говоря, 15 мл, и время, например, там 17:35. И галочку, и вот этот значок сохранить. Все, больше здесь и никаких нет настроек. То есть она сейчас будет показывать вот это, да, то, что у нас стоит время, доза и время. То есть в день можно делать много доз. То есть смотрите, сколько. Давайте ради интереса посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. То есть можно делать 24 доз в день. Например, там в час чуть-чуть, в два чуть-чуть, в три чуть-чуть, ну вдруг кому это принципиально. Обычно в аквариуме ставят один, ну максимум два раза в день. В общем, это и все настройки, которые здесь есть. Как мы видим, то есть вот эти три помпы сейчас стоит значок off, они не работают. Также заходим, автоматическая программа, ставим вторую помпу, сколько нам надо миллилитров, 5, например, и время. Например, там 12:00, и сохраняем. Чтобы она работала, вот использовать программу, нужно сделать вот это, перевести, и мы видим то, что время появилось уже, и второй помп. В общем, очень просто и очень удобно. Но давайте ответим на некоторые вопросы по этой помпе. Это насколько точно она подает, сейчас проверим. И сбиваются ли эти настройки или нет, если выключить электричество. И вот я подключил первую помпу к двум баночкам, что удобно использовать вот такие зажимы фирмы ИСТА, то есть куда вставляется шланг, а сами они крепятся на край аквариума. Ну давайте для начала прогоним жидкость по шлангу. То есть вот она, первая помпа. И просто нажмем ON. И жидкость пошла по шлангу. Ну, идет она очень медленно. То есть это говорит о том, то, что дозатор может качать. Ну, то есть он качает только малые объемы. Нельзя поставить, чтобы он качал литр в день или типа того. То есть я думаю, максимально. И вот сейчас дойдет. И вот начала капать. Давайте отключим. То есть шланг теперь полностью жидкости. Ну, нужна какая-то колбочка для теста. Например, я взял вот такую фирму Сера. Все-таки немецкая. Надеюсь, более-менее точная. Так, я подключил колбочку на выход. Теперь давайте поставим 10 мл. А сейчас время 22:18. Поставим 22:19. 20 уже, и посмотрим. То есть в 22:20 должно накапать 10 мл. Сохраняем и выходим из приложения и ждем минуту. Вот прошла минута, и помпа начала качать. Сейчас посмотрим, сколько она накапает. То есть дозы идут вообще капельками. Что должно? Ну-ка и посмотрим. Ровно 10 мл. В принципе, это 100% намного точнее, чем если вы будете добавлять вот этими
дозаторами типа для мыла, которые нажимаются. То есть, как вы видите, 10 миллилитров. Ну, я думаю, плюс-минус 1 миллилитр, ничего страшного, но ровно 10 налила. А теперь пройдем еще один тест по электричеству. Давайте поставим... Ой. А, так. Первая помпа. Программа. Поставим 5 миллилитров. А в 22, 23. Но мы сейчас выключим электричество. Давайте в 22-24 поставим, чтоб уж наверняка. Сейчас время 22-22. Жмем сохранить. То есть программа есть, как вы видите, 22-24. Выходим из приложения. А теперь выключаем его из розетки. Как вы видите, лампочки погасли все. Давайте чуть-чуть подождем пару секунд. Ну и включим его заново. Ну посмотрим, что будет через минуту. О, как мы видим, он заработал. То есть, как минимум, краткосрочное отключение электричества ему не грозит. Ну, давайте посмотрим 5 миллилитров, как он добавил. Первый тест. Идеально, 15 миллилитров. В общем, такой интересный, точный и удобный автодозатор удобрений любых вообще других жидкостей в небольших количествах. Называется Jabao версия 3.4.